Disco. Пусть даже на тебя посмотрят, как на психа. А они посмотрят. Но ты должен понять, сын. Почти все эти люди набиты дерьмом. Деньги, говорю, есть? Нет. Давай так. Если найду, оба получаете в морду. Справедливо? Да, давай. Так, ладно, у тебя нет. Попрыгай. Ну попрыгай! Зяку что-то выворачивай. Кепки, сеточки позырим. Комиссионки. Иншоп. Иншоп. Извините, пожалуйста, не буду две копейки маме нужно. Простите, вас не буду две копейки, извините. Сок не стрелял. 12 копеек. Вот только цитры сегодня. Выбираешь один и говоришь аптека. Аптека. А как группировка пришивается? Сначала ты поучиться должен. Потом приходишь на вопрос и отвечаешь. У тебя что спрашивали? Много всего. Почему решил к улице подойти? И ты что ответил? Надоело быть шпаном. Хочу с пацанами. Теперь запомни, ты теперь пацан, ты теперь с улицы, а кругом враги. Кто со мной? Тот со мной. Может, твои пацаны спасут тебя, когда кому-нибудь будешь? Спасут. Спасут, понятно? Конечно, спасут. Мы улица. Мы одни в этом городе люди, а не терпилы. Меня уважают, и я уважаю. Пацанов своих. Потому что у них дух есть. Лишнего не надо. Добро пожаловать в Казань.
Кавасаки, Каго, Крико и стрипер. Позовите Андрея. Андрей! 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 Андрей, пельмени готовы! Андрей! Ух, Андрей! Андрей! Да тут я понял. Что вы меня все зовете? Что вы хотели? Садимся чистить. Ух, Андрей. Не, только мне. Я всем уже все сказал. Че ты дергаешься тогда? Сам, ты Силкина. Я же говорил во дворе. А очухался уж в подъезде. Его на остановке нашли. Повторял как мантры. Космос черный, словно грязь. Юность, юность унеслась. Долбит музыка для выживших, но точно не для нас, а то, что солнце. Ух, Андрей. Садись, Дудочка, хорошо будет. Я с универсамом снимаю. О, как?
с кем ходишь? С Адидасом младшим. Адидас младший, универсам. С кем имею честь? Давай так, я тебе слово пацана даю, все с тобой нормально будет. Ты слово пацана дал? Конечно. Знаешь что, тебе, наверное, идти надо. Люди злые, балуешься. Это же из-за тебя она. Из-за тебя ее забрали, потому что видак хотел. Изнасиловали, потому что с желтым не добазарился. И прыгнула по итогу. Потому что ты воевать не хотел, Леопольд сраный. Ну чё, подумал, решил к ментам пришиться? Правильно. Не решил. А чё морда такая злая? Предъявить мне что-то хочешь? Я ж тебе говорил, на сборы не ходи. Говорил. Да мне как-то похрен же, что ты там говорил. Андрюша, а ты ничего не попутал-то, а? Давно пацаном встал? Забыл, как в автобусе прыгал? Ты меня с кем-то путаешь. Я не прыгал, и пацанов своих не сдавал. Своих? С хрена ли они свои-то? Нас живем на одном улице. Что они сделали? Затравили ее, что она в окно вышла. А для тебя не свои. Это сволочь. Сволочей надо наказывать. Есть закон выше, чем пацанский. Нет такого закона. Просто ты не пацан больше. Жестоко обидевшись, ты очень громко ругалась. А эта надпись до сих пор осталась. Как остается то, что стереть не в силах ни время, ни старость. Как хорошее кино, к которому и возвращаться в радость. Для двух зрителей всего это практически вечный блокбастер с тупейшим концом. Но как же прикольно все начиналось.